Что, выпустил эти накладки? Капуста, да. Поиграться, погуляться тебе хочется. Ладно, хватит орать. Соболь-то зазывает. Куда ты пошел? Разворачивайся. Вы что думаете, я поводок взял, вы мне тут с ума свели сейчас. Я Танюхову вывел. Да? Куда вы собираетесь? Просто Танюха вышла гулять. Ну, она что, не в охоте, да? Ты ее заманиваешь. Заманиваешь. Нет, Соболь. Бегать хочется, Танюх. Ну, я понимаю. Встреча на Эльбе. Соболь, я тебе не дам пристроиться все равно. Как хочешь. Все, 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 все. Все, все. Все. Балдеешь? Да. Смотри, никому не давай только, ладно? Лады? Татьяна Юрьевна. Ага. Вообще-то ты Татьяна Гуроновна. Вот я папа Гурон. Жировых линий. Не заманишь ты, Соболь, иди сюда. Соболь, не пойдет она никуда. Я знаю, что вы хотите уединиться, но давай на следующий год. То есть, наверное, в этом году нет, она не потечет. А там, если еще цикл поменяется, если она потекла у нас это, в конце января, если она еще сейчас, ты там, как всегда, на месте, да? Вот, и это, на два цикла, еще два месяца передвинется, вообще будет... Декабрь, в ноябре бы, если она в декабре бы потекла, в конце. Ох, было бы шикарно. И охота идет. Повязали тебе в начале января на праздники. Вот. И щенки зимние, конец зимы. Февральские. Самые классные. Февральские, сильные, морозы. Ну, какие сейчас морозы, это не морозы. Ну, можно сказать, все равно зимние. Снег же есть? Есть. Во. Значит, зима. Если бы не было бы снега, было бы другое дело, да. Во, и все, и будут щеночки. Классные. Все будут заниматься, все охотники будут брать с удовольствием щенков, потому что... Потому что это охота закончилась. Во время сезона охоты нет времени заниматься щенками. Я и так с вами провозил слаймы. Но походили. Добывали? Добывали. Брали? Брали. Кто брал? Кто инвалид? Я инвалид, да? У тебя что с зубами? Ну дай, покажи. У тебя-то вот мелкие. Не такие какие, как у Соболя. Но все равно... Во. Тихо. Ты моя, вот ты знаешь, кто ты. Вот ты не лиса. Ты просишь отпустить, я тебя не отпущу. Соболь самый лучший определитель. Он на хвост отводит, видите? Значит, готово. На бок кладет. Вот. Но сейчас она его маханет. Щелкай, щелкай. Щелкунчик. Пойдем, пойдем погуляем. Да не на машину. Пойдем погуляем, надо уже. Соболь, пошли с нами. Совсем тихо. Ты меня закрутила. Пошли.
Да. Вот так вот. Танюх еще не готов. Дня через 4 будет готов. Лаймусь, ты что там? Ты нагулялась, что ли? Сама себя загнала? Погнали, 100-200. Учи, учи. Злопедру эту. Чик, не ушла. Ты что там, Лайм? Лапки наколол? Ну ладно. Ты моя улыбка, да? Не отпущу я ее. Ты же ее изнасилуешь, даже если она не будет хотеть. Ты же сильный парень. Что ты? Я знаю, что ты всегда так подходишь. Ну дай, ну дай. Не выйдет. Как бы я тебя не любил, девку сберегу. Соболь, приданное готовь. И только после свадьбы. Как в старину. Да, сейчас она хвост будет отводить. Чик, отводит хвост. Девка готова почти. Да. Да, хоть она любуется над тобой. И Лайм-то любуется. Лайм, ты что-то любуешься. Что-то знакомое, да? Шумишь, как пылесос у тебя. Грудь бух-бух-бух-бух. Бух-бух-бух-бух. Все, и ноги он тебе вылизывает. Все, ухаживает за тобой. А пощелкать? Тетка хочет поиграть. О, будет весело, когда Златке будет 4-5 месяцев. Ну, май, июль. С мая начнем купаться. О, там плавательный сезон. Откроем Златку, будем учить. Ой, с Москвы звонят. Блин. Ладно, потом перезвоню. Блин, я забыл совсем про кабанов этих. Ну что ты орешь? Ну течет она, да. Ты всех зовешь играть? Пусть она в туалет сходит. Особо же надо где-то сделать свои метки. Давай, 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 иди. Молодец. О. Соболь, дай в туалет сходить. Соболь. Маньяк. Я тебя понимаю. Девка не захочет, кабель не вскочит. Что, трясешь челюстями там? Мужчина. Лаймусь, ты что себя домой-то загоняешь? Ой, батарейка садится. Сейчас другую поменяю. Холодно, 8 градусов. Сейчас я вам солом, наверное, накидаю. У тебя там вообще Ташкент. У тебя только задница же ночует, да, в вольере? В этом, будке. А? Все, успокойся-то. Эти там дерутся. Играются. Ну, уже темнеть начинает. Уже я вижу по камере, что такой синеватый фон. Чик-чик, мышки, мышки, наружки.
Вон они лают там. Что-то украл от Анюх. Это от творога. Не надо мне мусорить. Вообще на мелкие запчасти ты разберешь это все. Давайте я поменяю батарейку, может еще что успею до темна снять. Златуля как сидит. Злата! И отвлекает. Злата! Злата! Красота! Да, дай ему юлей. Ох, уши встали. Ох, домиком стоят. Ты лучше бы так на выставке не складывал бы, а на выставке так ходил с поднятыми ушами. Чтобы они крест-накрест аж были. Да, Таню? А то он грызется со всеми там в ринге. У тебя день рождения тоже скоро, 7-го. У Златки завтра. У Златки завтра 3 месяца, а у тебя 7-го, 3 года. Надо будет это. Че, ресторан заказываем? Соболя не будем приглашать, иначе он будет там выпит и будет драться со всем. Да. Дай. Лайм поставим за главный стол, твоя старшая сестра. Да? Да, смотрите, есть свободный кобелек у Филиппыча Николашина, вот остался, на Красноярск там заказали. И вот есть в Сафоново еще, в Смоленской области, тоже кобель, уже привитый, 7-го делают прививку повторную. На Всероссийской первой прошел кобель, отец, зверовые крови. Николаш универсальный. Вот. Там Николай звонил один от меня. И вот с Красноярска, с Фейсбука у него заказал. Но он ищет пару. Кобель ему и сука нужно. Да. Ну я, может, порешаю, отправлю обоих на Краснодар. На Красноярск. Ну все, я поменяю батарейку, может, еще чувствую. Да. Дай.